Приветствую, друзья! Я хочу поделиться с вами. Смотрите, какая картина. Мы вместе с вами ее писали в коллективном разуме. Спасибо вам большое. Называли ее там условно Сатурналия, потому что планета Сатурн – ее шляпа. А там еще планета, и здесь цветы. Ну, в общем, короче, вы видите. Если что-то надо добавить или убавить, пожалуйста. Это один наш формат. Теперь слушайте меня, пожалуйста, внимательно. Во-первых, напишите как звук, потому что Влад приходил специально, починил нам звук. Ну, посмотрим, как еще будет. Напишите. Во-вторых, мне там одна дама написала, что когда я дорасту до понимания, что такое квантовый переход, тогда пойму, что это такое. Но я, слава Богу, пытаюсь это сделать, поэтому с большой благодарностью за этот вопрос и такой коммент обращаюсь к даме. Пусть она мне напишет, пожалуйста, сейчас. А что же это такое? Я очень хочу понять, потому что я посмотрел в интернете. Ну, мы со школы знаем из учебника, что квант – это одновременно корпускул, то есть частица, и одновременно волна, имеет двойственную природу. Но в интернете есть парадокс такой квантовый. Ну, там можете посмотреть тоже, и кто сможет объяснять толковее, чтобы я мог понять, как там объясняется, я там ничего не понял. Ну, ей-богу, но я вот, смотрите, картины рисую. Веду школу «Человек будущего» Homo Futurus, где мне вопросы задают. Я готовил рожениц к родам, роддомах, и готовила их женской консультацией, помогала им, чтобы они родили здоровых, талантливых малышей. Я выводил, первым был, который выводил в Кизляре, в Каспийске, в Беслане, из острого шока людей после терактов. Я готовил Марс 500, международную космическую программу, где люди, экипаж этой программы, там сидел в карантине целый год. И я сам сидел и сижу в карантине 5 лет, потому что у меня там титан стоит, позвонок у меня пробил спиной мозг, и у меня тяжеленная миелопатия. Я инвалид, самый тяжелый из коих я знаю. И всем помогаю, инвалидам тоже, в интернет-каналах. И готовлю олимпийских чемпионов, и готовлю писателей, потому что они... Вот Маринина у меня, Александра Маринина, друг мой, приятельница, написала про меня в книжке, что у нее была депрессия, потому что она... Ну, у него миллионные тиражи, детективы пишут, миллионы. Я ее очень люблю и уважаю. И вот она ко мне со своим другом, литагентом, приходила и сказала, когда я писала души, я была в такой энергии, а теперь у меня раз энергия кончилась, депрессия, потому что все ждут моей книги новой. А теперь стала обязанностью. И когда я кому-то что-то должна уже, я не могу включиться. Я ей показал эти приемы, она включилась и написала поэтому в книжке, как она это делает. И там, ну, «Призрак музыки» называется, миллионы людей читали. И ко мне мамаши обращались, детей, научите наших детей сдавать экзамены без стресса, чтобы они могли хорошо сдавать экзамены. Я их учил. Ну так вот, если я не понимаю, о чем там говорится в этом квантовом переходе, парадокс так называемый, который когда, значит, позиция наблюдателя так называемая, когда типа наблюдатель участвует в этом, как он влетает, вылетает этот лучик, то он как бы меняет свое, ну там, посмотрите и скажите. Может, вы поймете? Мне кажется, это вообще ничего не понятно. Чего мне там пишут некоторые люди? Вы не понимаете квантовых переходов. Как-то можно понять, если там непонятно сказано.
Ну, если кто понятно скажет, напишите мне, чтобы я тоже понял, что же это такое за квантовый переход. Так вот, я скажу свое мнение. Квантовая физика – это наука. И когда человек из стрессового состояния, хаос мыслей, допустим, на шкале стресса у нас 10, стресс, снимает стресс, выходит на ноль, нулевое состояние, состояние безмятежности, безвремения, нулевое состояние отсутствия эго, когда его эмоции не сопровождают его мысли. Такое состояние, как пустота в голове. Такое бывает состояние после сильной хорошей работы. Сидишь и тупо смотришь перед собой, ничего не думаешь, такая пустота. Так вопрос мой заключается в том, что я могу научить вас получать эту пустоту, пустоту этого нуля, этого безвремени, бесконечности, чтобы найти решение своих волнующих вопросов без тяжелой нагрузки. Я в любой момент, в любое время захотел и в нуле. Вот суть нашей школы «Человек будущего» Homo Futurus – научиться работать с нулевым состоянием. Получать это с помощью подбора действий синхронных к текущему состоянию в моменте, разгружаться и вырабатывать этим самым навыки, получать это в любой момент, когда тебе надо решить какую-то волнующую задачу, чтобы у тебя за минуты была бесконечность времени для перебора возможных вариантов решений. Вот оно в чем дело, друзья. Такого в мире нету. Поэтому я и говорил о райской группе, что туда попадут только те, которые имеют критичность, ориентированность, то есть трезвый взгляд на вещи. Потому что нашим компасом в жизни, как говорил Толстой Лев Николаевич, мой любимый, является совесть. А решателем наших проблем является ясная голова. Это мое мнение. Поэтому в райскую группу буду записывать только те, с кем я лично пообщаюсь. Я буду делать объявление скоро. Заходите в назначенное время, согласованное. Мы будем общаться. Кто-то попадет туда сразу. И уже там есть несколько человек, я говорю. А кто-то попадет после того, как немножко станет критичнее, образумится, называется по-русски. Когда мы хотим не потерять остатки разума, веря сразу во всякую чепуху, а проверяя, сравнивая, анализируя, делая эксперименты, сомневаясь, я мыслю, значит, существую, сказано в древности. Что значит мыслю? Задаюсь вопросами, сопоставляю, размышляю, сравниваю. Потому что чувство меры надо знать во всем. А вот этот квантовый переход – парадоксальная вещь. Это неопределенность. И в этой неопределенности проявляемся все мы, кто как к этому относится. Напишите мне, что вы по этому поводу думаете. До встречи, друзья.